Новый век детского журнала «Перспектива развития» под таким названием прошел круглый стол в рамках 30-летия детских журналов «Колокольчики» и «Чуранчик». Участники обсудили, каким должен быть журнал «Век новых технологий» и интернета, как совместно развивать детское чтение. На сегодня у «Колокольчика» и «Чуранчика» около 5000 подписчиков. Также есть приложение в социальных сетях. И в разные годы он был разным, он доходил и до 40 страниц, там было очень много сказок, литературы. Но сегодня, конечно, и в финансовом плане очень сложно, и бумажные носители сегодня отходят на второй план. Но мы не хотим, чтобы сокращались наши журналы, мы хотим, чтобы они развивались и шли только вперед, и становились толще и интереснее для наших детишек. И мы вносим много таких как бы новшеств в наш журнал и хотим, чтобы все-таки он увеличился в объеме.